Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! Сегодня мы будем заниматься скарификацией газона. Как вы видите, вот мы привезли скарификатор. Во всех видео я рассказываю, что у нас скарификатор бензиновый Викинг LB540. Приятных вам просмотров! Сейчас будем начинать работу. Друзья, как вы видели все на видео, мы сначала газон проскарифицировали скарификатором, а потом прошли газон газонокосилкой для того, чтобы собрать все сено и весь войлок. Следующая процедура — это подсев газона. Друзья, главное — рассеивать семена равномерно по газону. Советую всем работать без перчаток, для того, чтобы семена проходили сквозь пальцы. У меня навыки чуть побольше, я только что, как вы видели, разбрасывал в перчатках. А вам советую без перчаток. И делать это резкими движениями. Самое главное, чтобы это было равномерно. Вот это выглядит вот так. Резкие движения. И тогда эта процедура будет эффективна. Вот посмотрите, друзья, эти места самые проблематичные на газоне, потому что здесь большая тень. Как вы видите, растет большое дерево, называется катальпа. Каждый сезон мы под этим деревом газон подсеваем. Друзья, ремонтные семена мы разбросали по газону. Теперь процедура пескования. На улице уже темнеет, может, качество видео будет не очень, так что извините. Посмотрите разницу до пескования и после пескования. Весь газон светлый. Остальную половину мы будем доделывать уже в следующий раз. У нас на этот кусок здесь примерно сотка ушло уже 5 тачек. Вот таких. Посмотрите, как я разбрасываю. Тоже нужно хорошо рассевать. Для чего эта процедура делается? Я повторял во многих видео. Для того, чтобы ваш газон не страдал от мхов в тех местах, где нет света. Также, чтобы выровнять маленькие кочки на газоне. И в-третьих, для того, чтобы песок забирал лишнюю влагу на газоне, чтобы газон не замокал. Сегодня мы для того еще пропесковали, чтобы семена быстрее дали всхожесть. Так что, друзья, подписываемся на наш канал. Я немножко... Дыхание у меня увеличилось, потому что стараюсь быстрее сделать работу, потому что уже темнеет. Подписывайтесь на нашу страничку Instagram, ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр, всем пока!